Ресторан «Хуторс» выпустил календарь на 2010 год. В нем, как и в прежние годы, помещены фотографии самых красивых девушек «Хуторса» в купальниках. Их отобрали из 20 тысяч претенденток со всей Америки. Естественно, девушек в этом виде снимали не зимой на Аляске, а во Флориде, на Гавайских и Карибских островах. С календарем и самими девушками можно было познакомиться в манхэттенском «Хуторсе» на Вест 56-й стрит. Здесь нам рассказали, что эти календари рассылаются американским солдатам, которые воюют или проходят военную службу за границей. Вот, например, Леанджела Дэвис из Колумбуса, штат Огайо. Эта тропическая красавица поставлена почему-то на холодный ноябрь. То, что я была выбрана для календаря, изменило мою жизнь. Во-первых, я побываю во всех городах, где есть ресторан «Хуторс», а их у компании 400 по всей Америке и за ее пределами. До этого я чувствовала себя девчонкой из провинциального городка, а теперь я себя чувствую звездой рок-н-ролла. Шеннон Дюкел в кокетливой кепочке из Чикаго, штат Иллинойс. Ее фотография помещена на задней обложке календаря. Мне очень повезло, я победила массу соперниц, а теперь для меня настали веселые дни. Бриттани Тайлер – загорелая техасская блондинка. Ей очень подходит месяц, который она представляет в календаре – август. Красавицу из Флориды Джульетту Кабрера мы попросили дать автограф. Она нашла свою фотографию и написала русскому «Ромео» от латинской «Джульетты». Алиса Туресик из штата Иллинойс – самая главная красавица. Ее фотография вынесена на первую обложку. Трудно не согласиться в этом выборе с дизайнерами календаря. Но самым большим сюрпризом оказалась девушка мисс Март. Ее зовут Стейси Григориан. Мало того, что она оказалась из Нью-Йорка, из Квинса, так она еще и говорит по-русски. Стася, я из Украины. Я здесь уже живу 14 лет. Я здесь работаю уже год с половиной. Где вы родились? Харьков. Я из Харькова. Стася показала нам свою мартовскую страницу и расписалась на ней, а потом рассказала, что учится в Нью-Йоркском Хантер-колледже, хочет стать медсестрой, подрабатывает в «Хуторсе» и бартендером в клубе. Ей 20 лет, она не замужем. Но я еще никого не нашла, так меня кто-то найдет. Класс. В этом году девушки так хороши, что не знаешь, кто лучше. Они дарят улыбки и автографы, а мы дарим им русские конфеты от кондитерской фабрики «Спартак». Пока посетителям ресторана подавали пиво и фирменные жареные куриные крылышки, выстроилась мужская очередь за автографами. Получив заветные календари, мужчины не могли скрыть своего счастья. Эх, где мои 17 лет? Специально для программы «Мир сегодня» Александр Лахман, Александр Беликов, продюсер Раиса Чернина, Нью-Йорк.